Тут какие-то живут индюки. Тут какой-то хлам деревенский, естественно. Ой, а я тут ни разу не была. Ой, они кусаются? Нет, ты чё? Ой, какие красивые! И ты будешь их кушать? Они зачем? Они должны народить. Это кто подарил вам? Да, это мамин подарок. Они кусаются? Это мама? Ну да, чего они кусаются? Они добрые? Конечно, ты чего? Можно их погладить? Они меня боятся. Ай, давай. Ой, она сейчас тебя укусит. Ой, я поглажу ее. Ой. Сейчас. Ой, там короля какой-то. Да. Ой, хорошая. Ой, тебя сожрут когда-нибудь. Когда-нибудь, скажи, может быть. Ой, как ты будешь есть, если это твой друг почти. Вон у меня друг, вон. Видишь, это как увидел меня. Ой, она боится. Ну, давай, положи ее. Вот так. В общем, а как вы их назвали? Никак? Никак. Ой, слушай, это, ой, они такие... Вот, иди сюда. Короля. Вот он мой хорошенький. Ай! Это кто? Он сейчас тебя пожрет там. Пожрет. Ой-ой-ой-ой, он сейчас на меня кинется. Он просто испугался. Король. Это как сорт называется? Это русский великан. Да ты чё? Да. Ой, мама, он да не бойся, ты скажи. Раздерет тебя. Ой-ой-ой-ой-ой. Он боится тебя. Да ты а меня-то не боится. Он боится, что его съедят. Нет. А